Ой, домики, домики и машины. Слушай, вот, Тань, ты там будешь отдыхать, я тебя увижу. В Самару Нина Старостина переехала больше 50 лет назад. Вспоминает, что в 60-х здесь стояли небольшие здания, места для обзора не было. Сейчас склон на площади Славы – самая крупная смотровая площадка. Отсюда видно большую часть Волги и правый берег. Ой, это великолепно. Сердце радуется. Неужели это Самара? Все говорили, что не видно Волгу. Как же не видно? Вот вся она. Во, пожалуйста. Тут и сделают. Во, как будет. Очередной этап ремонтных работ на склоне завершен. Сделано самое трудоемкое. Проведены новые инженерные сети. Установлены бетонные основания для будущих элементов оформления и ограждения для маломобильных граждан. Также для людей с ограниченными возможностями установят 3 специальных подъемника. Передвижение по склону должно быть доступно для всех. На это областное правительство обращает особое внимание. Губернатор Николай Меркушкин лично проверял ремонт склона в этом году. Меньше чем через год здесь появится целый комплекс. От информационной стелы с центральной торжественной лестницей спуски будут вести на Волжский проспект. В следующем году здесь появится 13 фонтанов, в том числе каскадные и сухие фонтаны в нижней части. Потом будут произведены объемные работы по перемещению грунта и создан амфитеатр. Сухой фонтан – это природный кондиционер. Вода в нем выбрасывается в виде пара и охлаждает воздух. В амфитеатре на 800 мест можно будет устанавливать сцену, проводить концерты и спектакли. Самарцы уже в ожидании обновленного склона. Это прекрасный, так сказать, вид. Один из лучших, который вообще у нас как бы вот в городе есть. То есть здесь вот как раз, наверное, видна вся красота Волги и окрестностей. Действительно захватывающее зрелище. Летом очень красиво, да. Ну, что говорить, все так обновилось. Хорошо, хорошо. Ремонтные работы на склоне ведутся без перерыва, продолжатся и зимой. Олеся Корецкая, Станислав Левин, события.